Дорогие друзья, приветствую вас на канале Белая Галка. Представляю вашему вниманию украшение для новогодней елки «Снежинка». Очень легкое в исполнении, оно не требует подбора дорогих материалов. А вот если их менять, использовать разные цветовые сочетания, формы и размеры, можно получить много разных, не похожих друг на дружку украшений. Я представляю вашему вниманию некоторые из них. Все они сделаны на основе одного принципа плетения. Для изготовления снежинки-звездочки понадобятся бусины трех размеров: 4, 6, 8 мм. И бисер номер 9 или номер 8, а также бисер номер 10. Цвета – это выбор вашей фантазии. Можно использовать все, что есть в наличии под рукой. Стеклянные или пластмассовые бусины, бисер, который залежался и просится в работу, стеклярус разных форм и размеров. Я использую мононить 0,20 мм. Отмеряю 1,5 или 1,8 метра. Готовлю ее к работе, выпрямляя в руках. Слегка растягивая, проходим по всей длине нити. За счет тепла от рук и легкому натяжению она выпрямляется. Затем использовать ее в работе – одно удовольствие. Делаем набор, формируем кольцо из бусины 4 мм и бисера номер 10. И таких набираем 8 пар. Закрываем набор в кольцо. Проходим по нему еще раз и закрепляем узелком. Когда все закрепили, лишний конец нити обрезаем. Я оставляю небольшой хвостик. По завершению работы я его оплавлю. Второй набор. Вывожу нить из бисера номер 10 и делаю набор. Бусина 8 мм плюс бисер номер 9 плюс бусина 6 мм плюс опять бисер номер 9 и в завершении опять бусина 8 мм. Вводим иглу в бисер номер 10 рядом. Проходим мимо бусины 4 мм, а выводим через бисер номер 10, пропуская одну пару предыдущего набора. Повторяем так 4 раза. Продолжаем набирать. Окончание второго ряда выглядит вот так. Начинаем плести третий ряд. Выводим нить из большой бусины 8 мм. И делаем набор. Бисер номер 8 плюс бусина 6 мм плюс бисер номер 8 Вводим нить в большую бусину 8 мм, расположенную рядом. Проходим по первому кольцу и выводим нить через следующую большую бусину 8 мм. И так по кругу. Закончив третий ряд, проходим по всем бусинам и бисеру еще раз для прочности и плотности. Выводим нить из бусины 6 мм третьего ряда. Делаем набор у острого конца звезды. Такой набор: бисер номер 10 плюс бусина 6 мм плюс бусина 4 мм плюс бисер номер 10 плюс бусина 4 мм плюс бисер номер 10. Подбор материала выбираем на любой вкус и цвет. Начинаем возвращение назад. Пропускаем крайнюю бисеринку номер 10. И через бусину 4 мм протягиваем нить. Продолжаем делать набор. Он у нас такой же, как предыдущий, только в обратном порядке. Набираем бисер номер 10. Плюс бусина 4 мм, плюс бусина 8 мм, плюс бисер номер 10. Проходим через бусину 6 мм третьего ряда. Выйдя из бусины 6 мм, опять повторяем предыдущий набор из тех же материалов и в том же порядке. Сформировав набор, входим в такую же бусину 6 мм рядом. Формируем лучики снежинки. До конца по кругу. В конце работы для крепости и прочности пройдем по сплетенному узору еще раз. Проходим по бисеру и бусинам, пока не закончится мононить. В завершении завязываем узелки. и фиксируем нить, подплавив ее. Я пользуюсь зажигалкой, но очень аккуратно, чтобы не повредить работу. Элементы крепления могут быть разными. У меня два варианта. Один из проволоки, я его сформировала с помощью кусачиков и круглогубцев. Второй из декоративной тесьмы. Концы тесьмы я зафиксировала с помощью зажигалки. Использование разных материалов предлагает нам множество разнообразных вариантов снежинок. Вот такие украшения получились у меня из пластмассовых белых бусин, из бусин под металл, из синих бусин, а если немного изменить плетение, убрав количество острых наборов, то получится снежинка совсем другой формы. Если вам понравились мои новогодние снежинки и МК был для вас полезным, ставьте лайк. Жмите на колокольчик, впереди у меня много интересных идей. Подписывайтесь на мой канал, и вы их не пропустите. До встречи!